Добрый вечер. Меня зовут Валерий Житков. Это Good Night Club. Интересное место, где собираются интересные люди и говорят на интересные темы. Стендап в Украине набирает популярность, и на сегодня Good Night Club по факту первая открытая телевизионная площадка, на которой может оказаться любой стендап-комик. Для этого ему нужно всего ничего. Во-первых, понравится мне. Это важно. А во-вторых, показать свой интересный взгляд на заданную тему. Тема сегодняшней программы – социальные сети. Мы поговорим о том, какая от них польза, какой вред, что они дают, что забирают. Под ваши громкие и бурные аплодисменты приглашаю на сцену Good Night Club первого комика Антон Тимошенко. Добрый вечер, всем привет, хорошего вечера вам и мне. Так, соцсеть. У меня девушка жалуется, что я не умею делать красивые фотки в Инстаграм. А я вообще не умею делать фотки в Инстаграм. Я умею делать фотки на память, понимаете? В Инстаграм нужно делать фотку на зависть. Нам не нужна фотография, которая понравится подружке Ксюше. Нам нужна фотография, которая сломает ей жизнь. Чтобы Ксюша ставила лайки в слезах. Ксюша должна зайти в Инстаграм смотреть фотки, а выйти и смотреть себе психолога. Так устроено? Это социальная сеть. Из-за Инстаграма мы не ценим то, что у нас есть. Мы ездили с девушкой на Мальту, что неплохо. Она зашла в Инстаграм на Мальте, увидела наших друзей, которые отдыхали на Гавайях. И все. Отдых на Мальте закончился. Отдых на Мальте превратился в отдых на не Гавайях, Антон. Ну, пошли на не гавайский пляж, поплаваем не в Тихом океане. Единственное, что спасало, это друзья, которые поехали отдыхать в Бердянск. О. Хэштег Бердянск просто спас наш отдых тогда. Люди готовы на все ради лайков. Мы видели парочку, которая фотографировалась прямо на краю скалы возле голубого грота на Мальте. Мы-то не фотографировались, потому что грот. Для меня грот, впадина, обрыв — не название фотозоны, понимаете? Я люблю фото подальше от опасности, на ее фоне там. Вот где-то там голубой грот, где-то там какие-то скалы, где-то там хороший дорогой ресторан. На него отличный вид из Макдональдса, Марина. Что такое? Все ж нормально. Я замечаю, что фотографии в опасности в соцсетях набирают часто больше лайков. Там на краю скалы, там с какой-то змеей человек фоткается. Я подумал... Если твоя фотография на краю скалы набирает больше лайков, чем твоя обычная фотография, это значит только одно. Люди просто подталкивают тебя это сделать. Давай, Антон, если прыгнешь, вообще репост будет, да. Самое сложное в фотках — это сделать фотографии возле церкви, потому что ну, церкви красивые и высокие, и ты либо обрезаешь купол церкви, либо ей ноги. Просто решаешь, что тебе важнее. Я обычно выбираю Бога. Девушка жалуется, Антон, ты обрезал мне ноги. Да, зато мы не сгорим в аду, да, по-моему? Честный бартер. Честный бартер. Слушайте, я замечаю, что я захожу в Инстаграм просто проверить, насколько хуже остальных людей я живу. Вот зачем мне Инстаграм. Все богаче, чем я, все успешнее, чем ты, все красивее. Я думаю, даже если бы Бог... Зашел в Инстаграм, был такой, ого, я тоже хочу так жить, ничего себе. Селена Гомес, 26 лет, 130 миллионов фолловеров. У моего сына в 32 года было 12. Как она? В Инстаграме есть страничка «Батюшка онлайн», это правда, очень удобно. Можно исповедаться в директ, наверное, да, ему написать. Я понимаю, почему религия идет в интернет, потому что интернет — это и есть новая религия. Раньше мы говорили «Бог в помощь», сегодня мы говорим «Google в помощь». Если человек чего-то не знает, он за помощью идет не в церковь, а поближе к Wi-Fi, понимаете? И на колени мы чаще падаем к роутеру, чем к иконе. Мы слишком зависим от интернета, слишком его боготворим. Я думаю, что скоро, уже после смерти, будем попадать не в рай, а просто в облачное хранилище Google. Дети, не переживайте за бабушку, она уже в iCloud. Мы купили 30 гигабайтов места, ей точно хватит. А Инстаграм будет нашим эдемским садом, знаете. Там все так же.
красивые, беззаботные, идеальные люди. И иногда мелькают голые задницы. У меня все на этом. Спасибо, хорошего вечера. Продолжаем и давайте узнаем, чем являются соцсети для следующего комика. На сцене Артур Петров. Привет, здрасте. Привет, добрый вечер. Слушайте, ребятки, поаплодируйте, пожалуйста, кто видел мое выступление в «Рассмеши комика». Все нормально. Я там не выступал. Я просто проверил, что вы за люди, да? Я в основном честные и парочку балаболов, да? Это нормально. Обычный срез общества, так? Так бывает. Сейчас нужно просто проверять вообще, с кем ты общаешься, потому что непонятно вообще, кто перед тобой. Особенно в соцсетях, знаете, общаешься с человеком, это какой-то образ, что вообще, кто он. Ну, реально нужно очень четко понимать и проверять. Но говорят, в интернете сейчас о любом человеке можно узнать все. Вот я так не думаю. Смотрите. Вот, например, я, да? Смотрите, у меня дома жена и двое детей. И все на YouTube заходят с одного аккаунта. С моего. В итоге я подписан на такие каналы, как «Свинка Пеппа», «Три кота», «Бои без правил», «Одежда для беременных», «Косметика своими руками». Я очень странный тип в интернете, серьезно, я... У меня... Такое ощущение, что мне скоро уведомление от YouTube придет. Кто ты такой вообще? Что ты за человек? У меня дома живет очень большой противник интернета, чтобы дети там сидели, вот, это теща, вот. Поаплодируйте, кто живет с тещей. Блин, она говорит, что у всех так, это я понял. Вечером будет разговор, окей, я... Она, в общем, говорит, ну, в интернете опасно, сидят там. Я считаю, что в интернете безопаснее, потому что, ну, на улице так же, как в 90-х все, серьезно. Я гуляю с детьми, ну, это... Я недавно был на пляже, малая 3 года играется, значит, возле реки. Все нормально. Подходит малой, года 4, пристраивается сзади, набирает песок, бросает в реку и попадает ей в голову. Я говорю, не нужно так делать. Он такой, да, хорошо, ну, типа понял. Набирает песок, бросает в реку и попадает ей в голову. И знаете, я знаю, что чужих детей трогать нельзя. У меня брат за это сидит, да, но нет. Нет, нет. Просто нужно разговаривать с родителями, с родителями. Я кричу, чей ребенок, прибегает мамаша, я говорю, он бросает вот ваш сын моей дочери в голову песок. Она такая, ой, ну он просто маленький, он бросает в реку, а попадает ей в голову. Я говорю, так может с этим что-то нужно делать вообще, если он стоит в реке, бросает в реку и не может в нее попасть. Ты, может... Я человек интеллигентный, знаете, я так не сказал. Я просто позвал старшего сына, говорю, смотри, набираешь песок, бросаешь типа в реку, но попадаешь в голову вот этому мальчику. Он так обрадовался. Я сделаю это, папа, он сказал, я сделаю. Он набирает песок, такую кучу просто, разгоняется, бросает со всей дури, бросает и попадает четко в голову сестре. И тут два момента. Вот первый. Или мой сын очень рано понял, что такое мужская солидарность, да? Или второй момент. У моей дочери огромная голова, я просто этого не замечаю. Я пусть с такой огромной головой лучше сидит дома и становится программистом. Спасибо, у меня все. Хорошего вечера. Спасибо, Артур. Мы продолжаем. На сцене Good Night Club Евгений Бабков. В социальных сетях мне больше всего нравится следить за людьми постарше. У меня мама, она только открывает для себя этот мир лайков и статусов. Все. Ей сейчас там все очень важно. Она мне пишет недавно сообщение: «Сынок, поменяй аватарку». Я говорю, почему? Она говорит, ну уже лето, а ты там в шапке.
Но как бы в интернете не жарко, мам, знаешь, можно. И я не знаю, что может быть серьезнее, чем переписка с мамой. Даже на веселые темы. Я ей скидываю какой-то прикол, она мне пишет: «Очень смешно, точка». Точка? Кто вообще использует точки в своих сообщениях? Зачем ставить точку, если можно просто заблокировать человека? Я не понимаю. Я ей пишу: «Что, не смешно?» Она говорит: «Нет, точка. Смешно, точка». Я подумал, я тебя обидел чем-то или что? И они все так странно взрослые ведут себя в этих социальных сетях. Мне дядя со своей страницы в Фейсбуке пишет: «Привет, это дядя Лёша». Ну, а я его сразу разоблачил. Ну, там мне догадаться было нереально. Его выдавало все: имя, фамилия, фотография, описание профиля. Не хватало только, чтобы мне перед этим позвонили и сказали: «Сейчас тебе будет писать дядя Лёша. Ты не сомневайся, это он». И заметили, сейчас такая тенденция уже пошла. Все переходят на YouTube. Все уже из телевизора, все переходят в YouTube. Я тоже решил перейти в YouTube, но не из телевизора, а из неизвестности решил перейти. Я как стендап-комик, я решил делиться своим творчеством, выкладываю там свои видео. Я думал, у меня будет очень много просмотров. Но на меня подписались одни родственники. 130 родственников подписались. Они мне в комментариях желают здоровья. Блин, у меня там все положительно. Вообще, все положительно. Там только один дизлайк, и то только потому, что тетя Наташа не до конца разобралась с интернетом. И знаете, если делать вывод такой, очень здорово, что мы живем в такое интересное время. Но все-таки я считаю, что интернет — это дурацкая вещь. Потому что в интернете никогда невозможно узнать ответ на волнующий тебя вопрос сразу же. Сию секунду никогда. Всегда надо выслушать какой-то нудеж. Ты не разбираешься в какой-то программе на компьютере, открываешь видео в интернете, и там: «Здравствуйте, дорогие подписчики». Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вам расскажу, как визуализировать видео в Sony Vegas Pro 12.0. Я вообще не хотел записывать это видео. Но было много вопросов в комментариях. Я раньше пользовался Adobe Premiere, меня там много чего не устраивало. Ты думаешь: «Сука, просто скажи кнопку, ну». Потом ты перематываешь на 6 секунд и там: «Ну, вот так мы решили этот вопрос». Меня зовут Женя Бобков, подписывайтесь на мой канал, огромное спасибо. Спасибо Жене Бобкову. Я советую всем блогерам внимательно посмотреть выступление Жени. Да, главное, не перематывайте последние 6 секунд, там для вас самое интересное. Макс Вышинский на сцене Good Night Club. Смотрите, вы заметили, что в социальных сетях сейчас очень много негатива, да, мы замечали. Ну, я имею в виду вот это вот все: «О, выбрали на свою голову, жрать в стране нечего, он шутки шутит, вот это вот иди отсюда, разбойник, да что вы повылазили, уже что-то не нравится, едьте к чертовой матери с нашей страны». И это все под постом какой-то женщины с медовым спасом, друзья. Понимаете, да? Но ругань в Фейсбуке — это еще цветочки, потому что я обнаружил вообще место зарождения зла на планете Земля — это чат подъезда. Там постоянно одни претензии, постоянно. «Соседи, кто припарковал машину возле детской площадки? Мой ребенок дышит выхлопными газами». «Мамаша, это электромобиль». «То есть ты хочешь, чтобы его током долбануло, да?» И так каждый день. Поэтому мне это надоело, и я решил однажды устроить себе так называемый информационный детокс. И на один день я полностью удалился из социальных сетей. Это был выходной, я проснулся, удалил все приложения: Facebook, Instagram, все мессенджеры, и отложил телефон в сторону. И знаете, до этого дня я думал, что я абсолютно психически здоровый человек. Что у меня нет никаких нарушений там. Но оказывается, у меня легкая форма апраксии. Это когда рука без воли хозяина самостоятельно делает какие-то движения, да? Вот я взял снова телефон, но так как там уже не было социальных сетей, я начал использовать те приложения, которые там есть. Я ходил, светил фонариком на кота.
Потом на калькуляторе посчитал, сколько в сумме лет всем моим ныне живущим родственникам. Вызвал Uber, хоть не собирался никуда ехать. Да, очень интересно. И серьезно, жизнь без социальных сетей абсолютно другая. Простите меня за откровенность, но когда я пошел в туалет, я просидел там ровно столько, сколько требует этот процесс. И вообще, за этот день без социальных сетей я сделал очень важное для себя открытие. Вы, конечно, будете в шоке сейчас, но оказывается, день длинный. Задумайтесь, да? Ну а потом начались проблемы, конечно, да. Чтобы как-то отвлечься, я решил посмотреть телевизор и узнал очень много полезной информации, которой в Фейсбуке вы не найдете. Оказывается, недавно в Ровно прошел фестиваль меда. В этот момент моя жена вернулась с работы и говорит: «Макс, ты воды набрал?» Я говорю: «Какой воды?» «Макс, в чате подъезда написали, что воды не будет до конца дня. Ты не видел?» Я говорю: «Лен, я видел, что в Ровно прошел фестиваль меда. И там вода есть, там все в порядке». В общем, без социальных сетей, без воды, без желания жены со мной разговаривать, я пошел в магазин покупать воду. Телефон я с собой не брал, магазин в 5 минутах, ну зачем он мне там понадобится, да? В общем, я купил воды, вернулся домой и на пороге снова поругался с женой. Потому что я забыл с собой телефон, да, взять, и забыл о том, что у женщин, оказывается, есть такая функция, называется «ну, раз ты уже пошел». Она заключается в том, чтобы в Вайбере писать тебе то, что ты еще должен докупить. Я за этот день без социальных сетей понял одно. Понял одно, что жить без них можно, это не тяжело. Главное — настрой, главное — желание. Если хотите узнать более какую-то подробную информацию, подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм. Там я веду блог, который называется «Жизнь без социальных сетей». У меня в день 8 постов, поэтому пишите комментарии, я отвечу вам в любое время суток, дамы и господа. Спасибо, Макс Вышинский, честь имею. Что ж, двигаемся дальше. Пока звучит в основном скепсис в отношении соцсетей, но, возможно, следующий комик будет другого мнения. На сцене Good Night Club Денис Кораблев. Здравствуйте, добрый вечер всем. Как настроение? Все хорошо? Да? Круто. Слушайте, я подумал, что сейчас такая жизнь, что мы все зависимы от соцсетей, но девушки немножко больше. Ну, правда, ну вы же все фоткаете, ну вы же все. У вас пропускная способность этого пальца 1000 фото в секунду, клянусь. Вас копы тормознут, они не смогут отпечатки снять, потому что нету ничего. Серьезно, вы все выкладываете. И вы, девушки, больше зависимы, чем парни, ну правда. Ну, серьезно, вот простой пример. Если вы где-то на курорте, например, в Буковеле, видите девушку, которая едет на борде в одном купальнике, вы подумаете, для Инстаграма? Если увидите парня в труханах на лыжах, подумайте, ну дебил, ну белочник. Нет, серьезно, но несмотря на вашу зависимость, вы делаете все гораздо круче. Серьезно, у вас все фоточки, все красивые, мы нет. Мы не умеем, это ужасно. То, что мы видели наши фотки, ну это ж максимально что-то тупое. Да, кум приехал. Все, это максимум, это весь наш контент, серьезно. Это, зато честно. Знаете, вот что на фотке, то и в подписи под фоткой, потому что... Вот в этом плане девочкам не хватает честности. Я иногда, когда вижу красивую фотку и красивая подпись там, где любимый приготовил завтрак в постели, я думаю, ну дописывай до конца, потому что я вчера хорошенько вынула мозг ему по этому поводу, да? Ну правда, потому что мне не хватает романтики. Девочки, вам вечно не хватает романтики. Вы знаете, как нам тяжело? Как понять, сколько надо? Где есть дозиметр? Дай цифры, женщина. Что происходит? Ну серьезно, вы с этой романтикой, вы носитесь, как героиновые наркоманы. Дядя, что по романтике? Я все... Уколи хотя бы розочкой, я тебя умоляю. Я не видел ни разу девушки, которой бы хватило романтики, которая бы сказала: «Степа, я тебя умоляю, хватит, угомонись со своими подарками. Я хочу стирать, убирать и выплачивать твой кредит. Я тоже женщина». Такая девушка-мечта, знаете, которая топит больше за пацана, чем за романтику, которой ты рассказываешь какое-то красивое стихотворение, чтобы добиться секса. Она такая: «Что ты лепишь? Снимай штаны, я с утра не встану на работу». Я не против романтики, но, девчонки, вы иногда там перегибаете. Есть отдельная соцсеть для романтических знакомств, Tinder. Я туда захожу, и я думаю, ну, у меня нет шансов.
Ну, потому что там у девушек там такой список требований, там прям перечень, там 10 пунктов. Ты читаешь, думаешь, ты где такого мужика видела? Начинаешь читать, он должен быть добрый, богатый, заботливый, нежный, ласковый, чтобы ухаживал за мной, чтобы не бухал, чтобы вот здесь кубики пресса, чтобы был похож на Райана Гослинга. Думаешь, и ходить по воде, да, на всякий случай, ну. Но мне кажется, вот такие девушки, они обречены на вечные скитания и поиски, потому что, ну, если у нее такой список требований, ей не угодишь, она что-нибудь придумает. Ты ей приведешь реального Райана Гослинга, она скажет, который без Оскара, да, не на помойке себя нашла, между прочим. Я недавно посмотрел розыгрыш, где девушка решила разыграть своего парня. Она договорилась с какими-то двумя подругами, чтобы они предложили ему секс втроем. Ну, сволочь, нет? Ну, ну он согласился, естественно. Но это подло, потому что, учитывая всю нашу мужскую сущность, ну, ну это нечестно, это подстава, серьезно. Это все равно, что выронить возле цыганки кошелек, и когда она его украдет, сказать, ну, от кого, от тебя не ожидал, конечно. Подруга, нож в спину, так нельзя. Поэтому я вообще считаю, что соцсети реально для девушек. Нам, парня, там делать нечего. Потому что, девушки, вы прекрасны, вы все делаете лучше. Если бы вас не было в соцсетях, соцсети носили бы исключительно информационный характер. Мы просто знали, когда к кому кум приехал. Все, спасибо вам большое. Приятного вечера. Спасибо, Денис Кораблев. Соцсети. Популярность соцсетей растет, и они притягивают все больше и больше людей. И я вот задумался, зачем? Что погружение в сеть дает этим людям? Что именно они там реализовывают? Ну, к примеру, вот эти самые, о которых уже не раз говорили, громкие пользователи Фейсбука, те, что не могут заснуть, пока не укажут всем остальным, в чем конкретно те неправы. Да, пишут реально огромные гневные посты. Я им поражаюсь. Регулярно тратить несколько часов в день на то, чтобы кого-то полить грязью, оскорбить. Это же, видимо, должно нравиться. Да, и я очень рад. Я очень рад, что люди, которым нравится поливать и оскорблять, несколько часов проводят в Фейсбуке, а не на улице. Я к чему веду? Как сказал один мой знакомый, он параноик. Он сказал мудрую мысль. Он сказал, что если во всем видеть вселенский заговор, жить становится намного интереснее. Так вот, я посмотрел его глазами, и мне кажется, что соцсети появились не просто так. Их создали с определенной целью. Смотрите, пока ты в сети, тебя нет в реальной жизни. Ты вроде чем-то занят, листаешь ленту, что-то лайкаешь, дизлайкаешь, постишь, перепостишь, но по сути это не влияет ни на что за пределами этой сети. Многие проводят там 3-4 часа в день и даже больше. В сумме люди на несколько лет своей жизни изолируют себя от общества. Вдруг я прав, и соцсети — это такая добровольная тюрьма, которую не нужно строить, не нужно содержать. И куда социально опасные персонажи заключают себя сами. Нет, там понятно, там, как и в обычной тюрьме, много людей, которые попали туда случайно, там, по незнанию или малолетки, да. Друзья аккаунт создавали, я просто рядом стоял. Но главная цель соцсетей — заманить придурков. И для ловли того или иного типа придурков создана своя ловушка. Фейсбук, как мы уже говорили, он как магнитом притягивает тех, кому нравится беззаконно портить другим настроение. Раньше этим людям приходилось бросать презервативы с водой на прохожих, какать по двери и убегать, да. А теперь у них появился целый мир. Целый мир, где можно какать, не убегая. Инстаграм – это женская колония. Безобидная на вид штука, да, но там тоже реализуют достаточно странные потребности. Вот если бы не было Инстаграм, представьте, что вокруг вас по улицам ходят тысячи женщин, которым во что бы то ни стало нужно показать всему миру свою еду и задницу. А теперь представьте, какие персонажи обитают на просторах Тиндера. С утра до ночи листая слюнявыми пальцами фотографии незанятых женщин. И
нужно заинтересовать их там максимально, чтобы они оттуда вообще никуда не выходили. Если этих маньяков я еще как-то могу себе представить, то чего ожидать от людей, которым до сих пор интересно сидеть в одноклассниках? Мороз по коже. Есть те, кто там просто отбывает, а есть так называемые лидеры мнений. Активные, популярные, с огромным количеством подписчиков, которые в этих сетях зарабатывают, причем очень хорошие деньги. За что им платят? Может быть, за то, чтобы они, как надсмотрщики, не давали заключенным расходиться? У Ким Кардашьян в Инстаграм почти 150 миллионов подписчиков. То есть своими скандалами и фото в обтягивающих платьях она удерживает в сети огромное государство. И это не просто государство, это государство, состоящее из людей, которым нравится наблюдать за жизнью Ким Кардашьян. Вы представляете такую страну на мировой арене? Саммит Большой Двадцатки, да. Мы предлагаем сократить ядерное оружие. Хорошо, но у нас есть условия. Какое? Должно быть немного видно соски. Ну, я просто, возможно, весьма поверхностно знаком с творчеством Кардашьян, да, но это все, что я осилил. В общем, просьба такая, в следующий раз, заходя в соцсети и просто листая ленту, подумайте, за что вы себя в этот момент наказываете. Извиняюсь за то, что отвлек вас на живое общение. Свидание окончено. Расходимся по карцерам, да, и встретимся на следующей прогулке. Спасибо большое за внимание, за аплодисменты, за смех. Это был Good Night Club. Добрых снов!